такие делаешь кинорепортажи, да? Слово игры, мне тут удобнее смотреть основные функции. Я могу тебя отметить сторисом? А? Сторис, могу тебя отметить? Хорошо. Как пишем новую пластинку. И здесь виолончель играет последний произведение. То есть, ну, это как бы скромняк, а здесь по-по-по. И, в общем, Серега, а поиграй на басу, или ты где? Так, а настройщик, да? Что это такое? Не надо его вызывать. Пусть идет своей дорогой. Звать его не надо. Не вызывать. Пьеса называется «Рахиль». Поставь себе. Букву «Р» поставь. Не знаю, как хочешь назвать. Она состоит из двух частей. Первую часть я сыграю сейчас. Один. Никакого клика. Это вступление рояля. Это коротенькая штука. Ну, чтобы мы ничего не забыли. И потом мы пишем основное полотно с кликом «Все трое». Куда потом добавится виолончель и камерный оркестр. Вот такая вот задача. Нас связывает давняя дружба и очень долгое, длительное, долголетнее сотрудничество. Я очень рад всегда участвовать в его проектах. Его музыка, она очень кинематографичная и очень образная. И от этого на душе становится тепло.
Красиво говорю. Давай еще один сделаю. Давай, последний. Женька Борец позвал на запись играть в его чудесную музыку в этой чудесной студии на Стэнвее, потому что Борец – огурец. Мы с тобой делаем вот так. Это гром. И потом 2А. Первая тема, второе А, я ее чуть по-другому обыграю. И Б играет оркестр. Она уж такая, тут ошибаться никому нельзя, и мне в первую очередь. Давайте, друзья мои, все, смотрим друг на друга, сыграем спокойно, грустно, безысходно. Но с надеждой. Пятый такт сыграйте без минуса. Пятый, шестой. Здесь надо не минор, уменьшенный там, по-моему, аккорд у меня. Я взял его. Давай сыграем, отправим, сейчас скажу. На середине, да? Да, там ре бемоль. Баланс, конечно, стрим. Ребятами сыграл без рояля эту пьесу. Идея такая. Вот мы ее сейчас попробуем воплотить. Покажи это. Покажи место. Вот, вот это, вот это. Па-бам. Ну, если готов, пишем. Мотор идет. Прекрасно написанная музыка Жени Борца, которой было очень приятно играть. Спасибо. У меня студент приехал из Швеции. Что ж? И 3 часа не мог в Казани из аэропорта выйти, потому что он заполнял декларацию и написал, что его виолончель стоит 850 тысяч евро. Дурак. А таможенник его не пускает. Тем тот же? Это та же песня? Да. Ту-ру-ре, пара-пара-бо. И вниз си, до. Это ля-бемоль? Ля-бемоль. И последнее до. Тяни.
Какая? Не, соль, надо соль, извини. Да, надо соль. Сколько тянуть? Все вот это вот? Тяни, пока тянется. Не совпадает в ритм, ты имеешь? Да. Нет. Нормально? Я просто иногда... Классические музыканты, вот это вот, беда, понимаешь? Если играет... Это для него фальшиво. Должно быть. А ровно, не ровно. Дыши, свободно, у нас же нет дирижера. Хардбит, движение сердца. Легче, легче все должно быть. Это... Совпадает, не совпадает. Все. Ты же... Сосульки такие, они нефиксируемые. Не метроном, no clip. Миша? А, готов. Мотор идет. Аларис дубль 3. Хорошо было нам. Ну, оставлю, скрипит что-то. У кого? Что-то у меня то ли пуговица скрипит, что-то да. Сейчас. Начну раздеваться. Что, у Виолончели что-то? Ну, да. Ну, и скрипит, и скрипит. Что вас, неужели это мешает кому? Да слышно. Yes, просто слышно. Да не в этом дело. Вы на это сам, где-то у Осинкс, он вот этот убирал звук. Вырезал, сидел педаль. Я говорю, зачем? А может, у него нога скрипит вставная? Откуда ты знаешь? Может, это сон пирата? Ты что же не можешь так говорить? Да надо в титрах будет написать. А это вопрос-то без него решается, без Андрея решается. Может, он идет, капитан Сильвер, понимаешь? Мы же не знаем это. Я с удовольствием отозвался на предложение Жени записать эту прекрасную пьесу. Надеюсь, она всем понравится.
большой фрагмент струнной группы без рояля. Доигрываю до определенного момента, и потом я играю концовку рояль, на которую струнная группа возьмет последний аккорд. Вот и все. То есть я пишу сейчас начало и самый конец. Я понял. Кода. Ой, блин. Что-то нет, он. Записано, объясню почему. Последний аккорд так выглядит. Пам. Смотри. И пошли струны. И струнный номер большой, вот такой вот весь. И теперь мы пишем коду. Просто аккорд последний, вот этот, его надо будет раз на фейдаут и убрать. Мишанечка, последний штрих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь тактов. Он специально грязный, да? Да, вот он. Грязнее это вот целиком. Потому что он начинается. Миш, пожелание есть одно. Вот четвертая цифра очень хорошо все с темпом, не так рьяно, да, не на войну. Понимаешь, Жан? Начало. Ну мы что, чуть-чуть растаскиваем вилочку делаем, да? Растаскиваем вилочку делаем. А послушай, чуть мягче. А пятая цифра у скрипа тема когда наверху, да? Да. Вот мне ее не хватило. Вы профессиональные люди, просто может пятого, быть. Да, пятого, профессиональный. Понимаешь, да? Вот там-то надрыв и нужен. Четвертое. Очень хорошо. Да? Борец сказал мне, а не аранжируешь ли ты для струнной группы, для моего нового альбома, несколько пьес? Я сказал, конечно же нет. Он говорит, почему это нет? Я говорю, ну потому что ты это сам можешь сделать прекрасно, и у тебя здорово получится. Он говорит, ну нет, миленький мой. И в общем, я-то перевел следующим образом. Знаешь, я очень не хочу этим заниматься, сделай-ка, пожалуйста, это ты для меня. На самом деле, я это сделал с огромным удовольствием. Некоторые пьесы просто такие прям, что называется... Мурашки бегут. Это дорогого стоит. Значит, музыка где-то выстраданная, где-то очень-очень естественная. Ну, в принципе, так как Женю я знаю вообще, наверное,
лет 45 точно, поэтому я знаю его любовь к настоящему, к теплому звучанию, красивым, не выхолощенным аранжировкам, а к таким к естественным и очень, очень честным. Ну а Жене удачи в этом, в новом альбоме. Надеюсь, что остальные пьесы будут не хуже, чем те, в которых я участвовал. Саш, последний минуту, пора. Ушел, она попадает. Побольше, да, Юн? Окей. Хорошо. Первый не очень стройный, но... Ничего страшного, заметь. Там есть предыдущий хороший спокойный. Мне посчастливилось познакомиться с Женей Борцом где-то в районе 20 лет назад приблизительно. И до сих пор имею счастье с ним иногда играть. Это очень здорово. Женька, спасибо, что пригласил поучаствовать в очередном гениальном проекте. Кода, кода! Теперь все. Значит, только что закончили запись проекта Евгения Александровича Борца. Вот, все довольны, я надеюсь. На этом альбоме познакомился с его творчеством, можно сказать, впервые. И, что сказать? Наверное, после этого дня буду называть Евгения Александровича, не иначе как. Женька молодец, мне очень приятно с ним работать. Не всегда легко, скажем, по его эмоциональной такой составляющей, потому что он всегда торопится жить, торопится делать. Но, в общем, это, наверное, и стимулирует к жизни тоже. Ну все, посылай. Моя миссия самая простая, потому что я хочу сказать спасибо гениальному Сергею Хутосу, музыкальнейшему Александру Зингеру, тончайшему Максу Шибину, абсолютно отчаянному человеку Андрею Каминскому, моему другу Мише Савину, Миша Муханова, который все это записывал, Дмитрию и Наталье Бухаровой, которые все это снимали, в студии «Синелаб». Хочу сказать спасибо и извиниться за мою нервозность, иной раз грубость, потому что это все на самом деле не со зла, а от большой любви. Спасибо вам большое.